Новый сезон, новый планшет. По-весеннему яркий и обновленный этот проект уже в субботу предстанет перед телезрителями в эфире телеканала ТВ5. 2, 1, полетели! Всем привет! Вы смотрите молодежную программу «Планшет» в студии Никита Сердюков и Даша Купиченко. Никита и Даша, ведущие программы, хорошо знакомы зрителям планшета. Каждый выпуск они придумывали что-то интересное. Интервью со звездами, экстремальное времяпрепровождение, необычные факты и многое другое. Теперь интересного станет еще больше. Мы долго снимали планшет в его всем привычном формате. И подошло время что-то менять. Плюс еще сделали ремонт в студии, поэтому у нас появилось больше возможностей. Теперь планшет выходит 45-минутный, будет много новых рубрик, будет много драйва, будет много лайв-видео. Будет круто. Теперь вместе с планшетом телезрители будут узнавать обо всех новинках кино и о лучшей музыке, весело и интересно изучать правила русского языка, а также мастерить из подручных предметов оригинальные и полезные вещи. Все это в новых рубриках программы «Планшет». В то же время любимые телезрителями рубрики останутся и будут еще интереснее, обещает творческая группа проекта. Мы понимаем, что зрителя нужно чему-то учить, это обязательно, то есть мы должны какие-то поучительные истории давать, интересные факты, но при этом подавать это все через юмор, через позитив, как-то креативно это все, и вот в таком легком стиле будет новый планшет. Премьера будет 4 числа в 14:30, в эту субботу, смотрите, не пропустите, будет классно. А для тех, кто не успеет посмотреть премьерный выпуск нового планшета, будет повтор. В понедельник в 15:15 и в пятницу в 12:30 ночи. Евгения Маловик, Сергей Чалый, ТВ5.